Так, вы знаете, друзья, я наперекор рабочий буду краток. Катя Коновалова. Барабанная дробь. Катя Коновалова, барабанная дробь. Нет. Also known as. Also known as барабанная дробь. Мы продолжаем нашу пока еще безуспешные попытки найти себе соведущую. Катя, заходите, пожалуйста, не смущайтесь. И попутно тем более, просмотреть ваше... всех девушек не России. Зовете, не приглашаете. Ваше второе имя, как сказал Леша, барабанная дробь. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас много, какие пожалуйста, вы все. Нас трое. Классные. А что за стереотип? Почему девушка садится именно туда? Да, почему? Это не стереотип, почему это работа камеры. Посмотрите, пожалуйста, камеру. Не Илья на колени, например, он про это говорил. Так, давайте посмотрим про Катю. Значит, Катя пиар-менеджер. Ага. Да? Да. Так, участница реалити-шоу. Да. Так. Господи, причем там что-то в названии реалити-шоу длинного, без купюр есть словосочетание. Ну, что-то есть. В связях порочащих замечены интерес... были. Многократно. Не были. Но самое интересное, что это тур без купюр всего-навсего. Я знаю, что такой тур без купюр, не надо нам рассказывать всего-навсего. Я не рассказывала. Илья был два раза, он заикался 4 месяца. Не надо. Вас просветить про это именно телепрограмму. Сейчас просветить. Сейчас я просто зачитаю ваше резюме. Смотрите. Давайте. Значит, шоу-бизнес, пишет Катя о себе в письме в нашу программу, начался, говорит, для меня с 13 лет. Многоточие. Это рано. У нас же запрещен шоу-бизнес. До достижения совершеннолетия. А вы уже делали это в 13, да? А что вы делали в шоу-бизнесе в 13 лет? Я занималась фан-клубами, занималась внештатным промоутерством. Но поскольку работать нельзя, 13 лет девочки, соответственно, это было внештатное сотрудничество. Внештатно, да. А, налоги не платили? Нет. Кудрин бы вас отота. А деньги получали. Такие люди нам нужны. Ладно, Катя, расскажи, сейчас вы уже вполне себе в том возрасте, когда можно работать. Конечно. И учить работать на телевидении. Нет, я работаю не на телевидении. До свидания. Нет, вы хотите работать на телевидении, коль вы сюда пришли, я это имел в виду, да? Я по образованию ведущий телевизионных программ, но так сложилось, что пока еще не работала телеведущей. А вы хотите работать на телевидении? Да. Секрет открою. Для того, чтобы, если вы хотите работать на телевидении ведущей, ни в коем случае нельзя учиться на ведущего телепрограмм. Потому что ты, значит, ты кто? Все. Программист? Ты? Доктор наркодиетатолог. Да, а я татуролог. Ну, кто? Татуролог. Институт закончил по татуировкам. Ну, татуировки. Серьезно? И сведение. Покажите. Татуировок. Что показать? Покажите. Ладно, Катечка. А если вы предлагаете, Илюш, не надо, мы договаривались. Согласен, да. Слушайте, покажите, он умеет их набивать. Оголите часть тела, Илья. А у вас есть татуировки, кстати? Нет, очень хочу, но нет. А что, проблема? Пирсинг есть у вас? Илья чудесный пирсинг пополам бьет. Пирсинг у меня в носу. У вас носу пирсинг? Да, вы не видите? Нет. Нет? Ну, я вот, у вас есть шанс рассмотреть, смотрите. Где? О, Господи. Посмотрите. Ребята смотрят пирсинг. Ну, как нет? А если я вам расскажу, какая иголочка была, когда мне его кололи, боже мой, я думаю, что... Не, бог с ним. Давайте про телевидение все-таки. Давайте. Коль мы из вас вытащили, прямо скажем, это было нелегко. Но ваше желание работать на телевидении, расскажите нам, вот что вы понесете в люди? Массу. Если я буду работать вашей коллегой, да? Вот на этом кресле обоснуйтесь надолго. Ну, на этом не уверена, как-то она мне что-то не очень нравится. Полгода. Очень скучненько. На камеру. Так вот, о чем я. Если я буду работать на телевидении, я буду однозначно работать в шоу-программах. То есть это точно не новостные эфиры будут. Точно нет. Это такой там первый минусик дальше. Первый минусик, окей. Это, возможно, будет программа какая-нибудь «Доброе утро», «Доброй ночи», «Добрый день», «Вечер» и так далее. Плюсик-минус объединяется на плюсик. Плюм. Да, видите как? Потому что новости считать для меня немножко скучновато. Минус пиу. Смотри, как читать. А смотрите-ка, я его сейчас раз, так и в плюс. Но вот эти все программы информационные, там, «Доброе утро», т-т-т, они же тоже отчасти новостные. Да. Но вопрос в том, что... Плюсик, плюм. Что они несут? Господи, что такое плюс-минус? У меня сегодня вот так все колеблется, да? Физическое образование. В общем, господа, к чему я все это говорю? К тому, что музыкальные развлекательные программы – это моя история и моя тема. Какая ваша любимая песня? Любимых песен очень много. Какая самая главная песня в истории шоу-бизнеса вообще-то? Я помню, запрос задали Троицкому, но знаешь, что он ответил? Я думал, что он сейчас будет... Он сказал, Шизгара. Вот лучше не было все равно ничего за всю историю. А у вас есть хоть такая вот главная, настоящая? Шоу-бизнес, песни, музыка. Я большущий меломан. Я очень люблю музыку. Не знаю, Стиви Уандер, I Just Call. Давайте, напойте капельку на мою. Вы же помните ее? Конечно. To say I love you, I just call. To say how much I care.
Нормально. Или ты что там встал? А что у меня сзади? Гламур добавляю. Что у меня сзади? А, гламур. Вы гламурная ведущая. Конечно. Я гламуриваю. Ну что же, про «Доброй ночи» мы услышали, поэтому... Кать, молодец. Сейчас у вас отличный повод прям уже снять свой кусочек «Доброй ночи». Давайте все вместе, друзья. Ну, потому что уже время уже. Народ бы отпускать. Давайте. Мы мешать не будем. Ну так, сзади, постойте. 20-секундные, смотрите. Это ваш гламур. 20-секундные ваши. Прикольные обои. Друзья мои, пусть ваша ночь будет самой доброй, самой счастливой и, возможно, самой лучшей за все ваши годы жизни. А вот эти ребята помогут вам каждый день в этой программе поднять настроение перед самой главной ночью. А вы корпоративы часто ведете? Я часто веду, но не корпоративы. Не понял. Это минус, да? Профилактика.